Электрокар у Fisker Emotion назначили дату презентации. Электрический седан Fisker Emotion официально представит на международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе 9-12 января 2018 года. Новая модель Henrico Fisker получит систему полного привода и сможет предложить владельцу запас хода более 640 км и максимальную скорость около 260 км в час. Система автоматического пилотирования 4-го уровня позволит автомобилю самостоятельно справляться с большинством ситуаций на дороге. На данный момент работы над лидером, задачей которого и станет обеспечение корректной работы автопилота, еще ведутся. Кузов автомобиля создан из композитной структуры на основе алюминия и углеродного волокна. Это обеспечит относительно небольшую массу и высокую прочность модели. Еще одной ее особенностью станет система быстрой подзарядки Ultra Charger, которая, как утверждают разработчики, позволит за 9 минут накопить энергию, достаточную для 160 км пробега. В базовой комплектации суперкар Fisker Emotion, который, как ожидается, составит конкуренцию Tesla Model 3 Faraday Future FF91, будет стоить 129 тысяч. Поставлять автомобиль начнут только в 2019 году, но уже с июня Fisker Inc. начала принимать предварительные заказы с депозитом в размере 2000. По словам самого основателя компании Henrico Fisker, уже сейчас ведутся работы над доступной версией Emotion стоимостью 34 тысячи, которая должна появиться в 2020 году. Источник The Street. По материалам сайта newsgro.com.